Гарантированная аркана. За прохождение испытаний Рошана на Эпиклуд, да быть такого не может. Сомневаешься? Ну тогда можешь не спускаться в описании этого ролика, ведь там лежит ссылочка на книгу Рошана с испытаниями. И еще раз, гарантированной арканой. Получить этот гримуар с челленджами ты можешь бесплатно, а не за 500 рублей, только по специальной ссылке в описании. Я не шучу, ты просто получаешь книгу, выполняешь 15 простых заданий, забираешь призы и в конце получаешь аркану. А по пути также лутаешь шмотки из кейсов и ежедневного топа предсказателей. Эти предсказания, кстати, тоже можно делать абсолютно бесплатно. Короче, ссылку на все это счастье и на промо, который даст тебе 15% к балансу, я оставлю в описании. Переходи. На бокс схожу. Ого. То есть защищать меня будешь, да? Да. Понятно. Что еще хотел? А лет сколько тебе? 25. Ну не знаю, не знаю. Было бы 25, было бы 25, я бы еще подумал. Анекдот хочешь? Да. Репень в микрофоне. Да-да-да. Ну что ты там? Анекдот будет, нет? Короче, идет еврей по улице. Ладно, я это слышал. Чачка пипсов. Чачка пипсов, да, я его вначале видел, чачку пипсов. Подожди. Я не знаю, кого они. Сын, сына шлюхи, сын Костя, да? Навидал, блёп. Чмо на Ави. Ай, бойте никого тарги, блядь. Чел написал чмо на Ави, тебя не посмотри. Да. Чё, да, блядь? О, погоди, да, блядь, я чел охуенно нашёл, блядь. А ну, принимайте, можете принимать и просто молчать с моими авами. С моими авами просто принимайте, можете молчать. Мы сейчас соберем дебилов нереальных просто. Алло. Ща. Так, вот этого надо еще нам. О, еще вот этого надо нам. Все принимайте. Курсы, да, курсы. Слышишь, слышишь, когда мы людей кикаем, у них группа не отображается, походу. Реально? Да-да-да, они чел кикают. Ну, тихо, жизнь депрессит. Ты вдумайся, сколько челов мы убили. Ебать, слышу, так не должно работать. Ну, оно, мне кажется, будет, типа, все норм. Так, сколько нас уже? Бля, что-то мало курс. А, нет, дохуя курсов. Раз, два, три, четыре, пять. Эмилия, слышь? Кого? Да. Писи или попа? Тут, стой, стой, тут посторожнее. Стой, стой, тебе посторожнее нам бы сейчас. Тебе сейчас нужно быть реально посторожнее. Смотри, просто. Да, пися или попа. А можно какао? А, все, я знаю, как их не кикать, слышь, чтобы у них канал не читал. Просто нажимаешь на них и на правой кнопкой выключить микрофон, и все. Да ладно, так я такие делаю. Да, да, да. Да, смотри, вот. Английский красивый, ты тут? Вот смотри, смотри, вообще микрофон выключу. Тебе сколько лет? Ой, все, видишь, он убирается сам. Да куда ты его, блядь, я с ним общался? Ты заебал, блядь. О, так, ладно. Ты дурак, он сверху отображается, если он тут был. Да, сколько по голосу? 10. 5. Так. Ну да, 9. Только не ставьте одинаковые авы, чтобы все... Бля, вы собрали, нахуй, слышь. Пиздец. Жених на Ави. Сейчас еще найдем кого-то. Сын проститутки. Почему еще поставил некрасивый парень? Подожди, подожди, ты что, не только хейтеры? В смысле, ты охуел, у меня нет хейтеров. Так, да. Этого тоже надо убрать. Еще, еще, о, все вот это. О, блядь, осуждаю. А, блядь. Блядь, у меня привычка с этой хуйни уже. Пиздец. Так. Домашняя. Принимай. Так, сколько уже нас? Сколько нас? Так, все равно мало. Еще один нужен курс. Да я не знаю, еще один курс. Вверх летает, пора. Да я нашел, я нашел, я нашел. Все. Я нашел. Так. Вроде бы все, да? Так, чуть-чуть ниже, вот так вот. Все, заебок, ща позу сделаю в телегу нам. Ого. Так мило. Да, да. Правда, ники у них, конечно, пиздец. Курс это хуесос, Ави красивый хуесос. Короче, сын проститутки.
Что? У чела ник, короче, испанский жеребец, я его потерял там. Еще два курса, да, еще два курса надо для в идеале. С другими авами. О, там нашел вроде. О, я алда нашел, слышь, алда нашел. С белыми волосами? О, так я его тоже добавил. Мы вместе. Вот, добавить. Да. Так, окей, еще два надо. С другими авами. О, нашел вроде. Курсит негр. Вот это. Да нет, ты че, не говори такое. Здорово. Капец, дурак. Опа, привет. Все, молчи. Так, ну я вроде пиздец нахуя добавил уже. А ну-ка. А для скрина помещается, нет? Слышь, еще нам два надо. Не, ну у меня... Ты прям в самый верх потянул? Да. Блять, ну вообще... Я могу... Да впалу. Ну все, это да. Грустный воин, прикольный, кстати. Долбоеб добавить для скрина, окей, этого не придет. Это не надо скринить уже. Ну, бери вот этого. Или кого? Статус поменяй, блан. Да там ученик, долбоеб. Ой, ник. Да, меняй быстро. Сейчас кикнем тебя. Ты хоть делал, но мы тебя кикнем. Раз, два, три. 4, 5. Ва! Все. Ва! Ой, подожди, я Антоху нашел. Антоху, все. Это последний видео. Все, я еще одного. Супер мега ласт. Не, у нас не помещается. Да похуй, пусть будет на всякий случай. Может, похуй, я сделал. Да я сделал, я заебался уже. Ну ты молодец. Это же, бро, ну, досидели вроде. Нет, ты попиарился в моем телеграм-канале. YouTube, ну да, спасибо большое. Да, ладно, тебе что. А можно я еще пост выложу? Ну это потом мы обсудим, обкашляем, дуем вопросик этот. Пожалуйста, за деньги. Да нет, мне не нужны. Все, да. чекай. Красивый парень, сын проститутки, я ебанутый. Блять, там чел, блять, хуесос своим ВК ебучим. Весь скрин мне заруинил, говноед. Да, но я сейчас зафотошоплю. Ну, у меня пейнт. Да похуй на него, блять, вообще. .net. У меня пейнт. .net. Очень крутой. То есть ты тут пиаришь еще, да, свои вот эти... Неты там вот это... Ну ты... Надо... Все, как тебе? Давай, что смотри, там? Круто? Ну я все, смотри. И что? Ну слушай... Блять, осуждаю, на... сука, ну погоди, там вообще ник плохой, ебаная хуйня. Я ему ник поменяю. Погоди. Бля, какой ник ему поменять? Какой переволочек, кто это? Ой, извините, я туда случайно попал. Ничего страшного, бро. Ничего страшного. Я могу поменяться? За секундочку. Оп. Да как он разговаривает, блядь? Я не знаю, бро. Да кто это вообще такой? Я просто ебаный экзерцис, блядь. Все. Погодите. Бля, слышь, нам больше курсидов надо. Больше? Зачем больше? Да. Больше надо. Так, о, вот этого еще. Ну, тут дохуя есть. О, Олега. Я добавил Олега. О, там молд какой-то. О, тот самый... Да как? Ты быстрее меня добавляешь. О, курсы для спинопласта, блядь. Все, вроде нормально сейчас будет. Хули смотришь, долбоёб. А, погоди, там два этих. Окей, я думаю, придется уничтожить. Вроде заебок. Синтексового документа ты где? Все, вроде. Я алда нашел. Да похуй, я уже готов. Давай, ну, по идее. Погоди. Там идеальный момент надо подобрать, не так все легко, как тебе кажется. А там челы ник меняют, ну похуй. Хорошо же курсов похуй. Много. Так, заебись. Блять, нет, не заебись. А можно приехать сосать? Нет. Что за хуйня, блять? Да. Ну, у меня неплохо, я на огурцах пробовал. Волейбол. А, так, ну все.